Друзья, всем привет! Сегодня с вами сделаем интересную самоделочку вот из таких пластиковых ящиков. Понадобится мне три ящика, ну а что из этого получится, мы сейчас увидим. Всем приятного просмотра! Друзья, вот такой мини-парник сегодня получился. Сейчас весна, и для многих эта тема будет актуальна. Парник делается очень быстро, материал найти тоже не проблема. Часто выбрасывают в магазинах, также можно подойти на рынке спросить. Что касается парника, можно сделать пониже, не использовать вот этот нижний ящик, а сделать два ящика.
Также здесь в среднем ящике, где у нас находится грунт, я положил агроволокно, чтобы наш грунт не осыпался. То есть мы можем спокойно поливать, влагу он пропускает, но грунт не осыпается. Также у данного парничка я предусмотрел вентиляцию, сделал две вот такие речки, устанавливаем вот в эти отверстия. Первая вентиляция, это можно просто вот так крышечку опустить, но, допустим, иногда этого слишком много. Тогда можно речки углубить немножко вот таким способом. Все, и теперь у нас вентиляция получается меньше. Также стрейч сверху я еще обмотал скотчем, чтобы стрейч быстро не порвался. А в таком вот виде, я думаю, он прослужит намного дольше. На этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!